Путевки на областной этап детского хоккейного турнира «Золотая шайба» в дивизионе А разыграли команды четырех районов Гомеля. В поединке за первое место сборная Центрального района обыграла ледовую дружину Советского со счетом 8-2. А команда Новобелецкого района заняла третье место, разгромив представителей железнодорожного 7-1. На областном этапе победителям и серебряным призерам будут противостоять сверстники из Жлобинского района. Состязания состоятся уже в эту пятницу на главной арене Ледового дворца в Гомеле. Республиканский финал «Золотой шайбы» пройдет со 2 по 8 января в Минске. Наша команда всегда в призовой тройке. Ну, если уже, как говорится, бывает такое, что соревнования достаточно интересные и жесткие в плане какой бескомпромиссной борьбы, но в каждом соревновании только побеждает сильнейший.